Вот и едем, да. Расскажите свои. Ты расскажи, куда едем. Мы едем в задницу. Волонтерство для меня. Ну, помощь нашим ребятам, которые воюют за нашу страну, за нашу землю. Оказать помощь, чтобы быстрее закончилась война. Я коренной Попаснянин. До войны работал в газовом хозяйстве. Сейчас работаю на хлебокомбинате. Ну и через несколько дней иду по контракту служить. В начале войны, где-то апрель-май, ездили в Айдар, подразделение созданное, и пытались на тот момент вступить в ряды Айдара. Ребят тогда приняли, так как они бывшие работники милиции, были военные билеты на руках. У меня тогда возникла проблема там с медициной. Ну и потом уже не получилось туда к ним повторно приехать на медкомиссию, потому что у нас уже активные боевые действия в городе начались. После этого ребята ушли воевать с Донбассом. Я через сети социальные связался с Сергеем Глотовым. Ну, решили заниматься волонтерской деятельностью. Сначала помогали своим ребятам, которые Попасняне пошли защищать, а потом уже начали, подключились и помогали всем воинским подразделениям, которые в районе Попасна находились. На тот момент я с ребятами проездил, это середина 2014 года, поездил, посмотрел на подразделения, которые тут стояли, с чем они воевали, как воевали и вообще, как они были экипированы. Ну, просто ходили с автоматами 70-х годов, не было ни что поесть, ни где поспать и все остальное. Посмотрев на все это, решили оказывать помощь. На сегодняшний день более экипированы и техникой, и всем остальным. Это Национальная гвардия, которая не находится на передовых позициях, которая находится на второй и третьей линии обороны. Ребята, которые сидят в полях, на опорных пунктах, там, как воевали они автоматами 70-х годов, как были БТРы 60-х, 70-х годов, так оно и осталось. Бабушку вывозил я из Новозвановки, мы там сегодня, кстати, проезжали, под обстрелами, все, бабушка там погрузилась, куча мешков, ну, бабушки сельские всегда так. И мы вывозим эту бабушку через блокпосты, проскакиваем, один, второй, третий прошли нормально. И под, по-моему, Камышевахой открываю очередной раз багажник на блокпосте, оттуда живой кролик выпрыгивал из багажника. Бабушка, оказывается, животин умудрилась вывести. Были все в шоке, там солдаты на опорнике.